Гляньте. Меня же толкнули. Кстати, вот так было похоже на толчок. Нам показывают уже конец эпизода. Борьба с Вранишем. Хороший навес получился на этот раз. И вновь Чантурия подает с угла поля. Момент 1-1. И все-таки гол. И все-таки, причем забивает Фонтанелли, тот самый человек, который отчасти виноват в первом взятии ворот. Не слишком удачно сыграл. Ну и вот счет становится 1-1 на 45-й минуте. Угловой. Все-таки не зря Павлюченко старался, не зря боролся. И с одной подачи Чантурии все-таки дело сдвинулось. Ну, неплохо он подает, обратите внимание. Мяч летит достаточно высоко. Вратарю не выйти. Ну и тут просто переиграл соперника Фонтанелли. Он великолепно играет головой. Высоко выпрыгивает. И здесь ничего не сумел с ним сделать соперник. Боролся с ним, насколько я понимаю, Тишкин. Или это был Дроппа. Сюда даже не рассмотреть. 1-1. Удается отыграться все-таки в самой-самой концовке первого тайма.